Три года мне снилась месть. Три года кошмаров, где я подхожу к ним вплотную, а затем все рушится. Теперь я подошел вплотную. И наяву. И я знал имя своего врага. Николь Хорн. Мне было нечего терять. Thank you.
лицо. Видел одного, считай, видел всех. Для практики неплохо, но на нее работать вот это по-настоящему здорово. Деньги гребешь лопатой. К тому же можешь прикончить любого, кто тебе дорогу перебежит. Лицензия на убийство, как у Джеймса Бонда. Его, пора с этим делом покончить.